Всем привет! В Самаре в компании Пармастер, где я был раньше, вот здесь вот и вот здесь вот, была переговорка для клиентов. А сегодня, блин, это прямо вообще пушка-бомба. Такого вы не видели. Отдельная переговорка. И это стоит вообще отдельного видеоролика, потому что я считаю, что везде, в каждой компании, которая занимается отделкой бань и саун, должно быть такое помещение. Поехали! Давайте с того, что мне больше всего понравилось. Конечно, отделка шикарна, но мне больше всего понравилось, честно скажу, это то, что висит на стенах. Давайте изучать. Это парная, ее визуализация и ее размеры. А также, посмотрите, есть QR-код, чтобы загрузить себе в телефон все, что здесь есть. И из чего что сделано. Допустим, 6 метров квадратных, не кубических, а квадратных, ширина и длина. Термоосина, ольха, рейка, термобаш, изистим, серпентинит. Вот, пожалуйста, можно посмотреть все по QR-коду. Следующая парная, ну, больше на сауну похожа, но парная. Вот ее размеры. Вот из чего сделано QR-кода. Еще одна, но это уже глобальная. 7,2 метра квадратных, поболее, не в кубах, то есть без учета высоты. Еще одна, тоже все размеры. Вот то, что разные компании требуют деньги от вас, к примеру, там, за дизайн-проект, вот, пожалуйста, берете, ставите видео на паузу и смотрите. Сейчас еще посмотрим. Прям вообще по кайфу. Взяли вот то, что денег стоит, все за бесплатно выложили. Ну, красота же. О, молодцы. Все чертежи на шару. Охренеть. О. Сейчас, а интересно, а с другой стороны тоже есть всяческие или нету? Тоже есть. Давайте смотреть, смотрите, тут вообще с подсветкой. О. 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 Надо отойти, чтобы видно было, то зеркалит слегка. О. И еще. Ух. 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 А тут нету. Так. Все, поговорим еще про это все. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Здесь. А призовем верховного человека, который все это отделал. Та-дам-тан-тан. Вот он, верховная. Отделочник города Самары, компания Пармастер, Дмитрий, салам алейкум. Приветствую. Ты только погромче говори, тут стесняка. Какая здесь площадь зала? Здесь идет примерно 32 квадрата. 32 квадрата. Из чего что сделано? Начинаем. Это что? Это термоосина СТС профиль. Это? Это кварц черный. Это? СТС соль. Под ней? Под ней светодиодная лента СВГ. Это? Это рейка термообаша. Где такую вывеску заказывали шикарную в стиле американском 60-х годов? Ну, на простовых интернета. Так. Опять соль, опять камень, опять термо. И вот эта вот красота. Я такую видел только в интернетах, эти горы. Ты тоже видел в интернетах и решил повторить? Ну, это у нас разработка дизайна, дизайнера непосредственно хотелось привнести как
какую-то изюминку интересную. Ну, и вот приняли решение, что это горы. Соответственно, это плитка, тоже натуральный камень, такой разрез скалы. Это, соответственно, термометр Каити. Это светильники, которые мы сделали из ольхи самостоятельно. Такие. Похоже, как будто уксум взяли и отполировали, нет? Нет. Нет. И это тоже не уксум. Это тоже не уксум. Так. Все сами делали, даже лейблы нет. Так. А, кстати, Каити фигово отшлифован относительно уксума. Это в зеркало, а это такой... не такой фанерка. Потому какая-то. Что это не Вудсон, это собственное, это сделано лучше. Конечно, то, что Каити, она не шлифуется. Так. Горы. Это, смотрите, вагонка, которая вот так пропилена, и сзади нее прикреплена светодиодная лента. Здесь рабочее место дизайнера, который как раз сейчас какой-то проект обсчитывает, обделывает, улучшает. Ну, я надеюсь, с ней познакомимся. Это она, не он. Стол. Это где такой стол сделали? Сами делали. Это массив карагача. То есть это краповый карагач. Ну, кто знает о чем. Соответственно, пилит эпоксидной смолой с естественной текстурой. Кстати, на очень интересных ножках. Необычные ножки, если посмотреть. Очень сложно, на самом деле, их найти. Такой редкостный эксклюзив. Дизайнерская лампа. Еще один массив, место, где можно присесть, ну, естественно, кофемашина, посмотрим, не экономят ли здесь на кофе. О, это чай даже, дорогуще все выглядит. Ну, а здесь зал, который вы увидели в одном из моих роликов, а здесь зал с печами, с дымоходами, все тоже видели, там без изменений. Но вот это, конечно, шикарно. И сейчас мы позовем верховного главнокомандующего за дизайн проекта. Но сначала к тебе вопрос. А что ты такой добрый? Зачем ты это все повесил? За это же деньги требуют. Ну, это же не окончательный проект, это всего лишь план с одной картинкой визуализации. То есть человек может... Как это? Тут смотри, все размеры, блин, сам взял, да все по размерам сделал. Ну, на самом деле, дизайн проекта у нас состоит не только вот из такого, что здесь висит, это план и одна картинка. Соответственно, это полностью визуализация, соответственно, со всех ракурсов, учитывая, что даже 3D-тур можно сделать по своей парной. То есть нажал сюда и 3D-тур получил. 3D-тур получил. На сайте пармастера это все есть? Да, конечно, то есть у нас есть отдельно. Ссылка снизу? Да, отдельно. Все как обычно. Давай призывать вместе верховного за дизайн, дизайн-директора. Архитектора. А как зовут? Зовут ее Алина. Алина! Всем привет. Привет. Это твое место рабочее? Это мое рабочее место. Ты здесь охмуряешь клиентов? Я здесь делаю шикарные проекты бань и саун. То есть просто взяли, позвонили по ссылке снизу на сайте, к тебе попали, в гости пригласила, сели, все визуализировали? Позвонили, приехали, обсудили проект, сделали классный проект. И воплотили. И на большом телеке еще можно посмотреть все? Да. Да. Здесь мы все обсуждаем, смотрим все чертежи, визуализации, вносим правки с клиентами. Крутяк. Я не буду говорить про цены, потому что цены постоянно меняются. Звоните, ссылочка снизу, или звоните, я в русском не силен. И вот попадаете верховный монтажник пармастер, верховный арт-директор пармастер. Все, ребят, ролик закончен, и требуйте в вашем городе такую же роскошную обстановку по дизайну парных. А если нету, то что делать? Обращайтесь к нам. И заказывайте шикарные проекты. Да. И будет у вас то же самое в вашем городе, не выходя даже из дома. Все это можно сделать, обсудить и получить электронную версию проекта. Распечатать, отдать своим монтажникам. И они вам воплотят ровно такой дизайн, такой проект один в один. А если у них нет вот этой термодоски? А мы все скомплектуем и отправим транспортной компании. Все под ключ. В общем, как говорится, компания Пармастер, это как там в Сбербанке, мы не банк, мы эко что-то там. Экосистема. Экосистема Пармастер. Ссылка снизу, повторю.